Создать идеальную рождественскую елку через клонирование. Такую задачу поставил перед собой еще много лет назад ботанический сад Копенгагена. И вот, наконец, смог выйти на промышленную продажу этого зимнего праздничного товара. Выяснилось, впрочем, что представления об идеальной елке не везде одинаковые. Французы обычно просят выращивать для них маленькие деревья. Голландцы и датчане хотят, чтобы между ветками было много пространства для того, чтобы повесить на елке побольше новогодних игрушек. Русские, как уверяют копенгагенские селекционеры, любят самые высокие и дорогие елки. Есть и те, кто хотел бы купить дерево непременно с длинными иголками, другие же, наоборот, с короткими. Сейчас ученые пытаются добиться того, чтобы с деревьев не осыпались иголки, и рассчитывают, возможно, через несколько лет решить уже и эту проблему. Она должна быть зеленой, стопроцентно симметричной, красивой и экологичной. Впрочем, все-таки одним показателем клонированная елка, и это признают ученые, скорее всего, будет отличаться от настоящей своей неспособностью наполнять дом запахом леса.